Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают, прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой. Священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Хочется им сказать, но посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Вон и людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, как я уже сказал, а мы обязаны защититься. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения.